Мы продолжаем следить за судьбой жителей дома по труда 34. На днях аварийные четвертые подъезды и квартиры жильцов обследовал специалист Пермского научно-производственного центра «Стройдиагностика». Он проверил состояние маячков и поинтересовался, есть ли новые трещины. Следят за движением дома в режиме реального времени. Для этого оборудованы специальные датчики на лестничных пролетах и фасаде дома. Самые большие трещины находятся на 5-м этаже. Здесь отходят лестница от стены. Есть трещины и в квартирах, потолок в подъезде поддерживают деревянными балками. Все собранные данные в течение 2 недель будут проанализированы. Заключение передадут в Управление гражданской защиты. Когда будет расселен подъезд, пока неизвестно. Стоит отметить, что маячки, которые были установлены совсем недавно, уже сработали. Но мы имеем тенденцию, видим тенденцию к увеличению трещин. Величины 0,1 миллиметра, по сути, за последний месяц. Это не значит, что целые миллиметры, что-то вот опасное вот пошло, ни в коем случае. Она постепенно нарастает, да, и те трещины до 20 миллиметров, которые есть на лестничной клетке, они накопились за многие годы.